Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог? Гремит ли гром? Там поет. Тише, подсказывай. Ну, давай. Давай, вспомни, как нас учила тетя доктор. Гремит ли гром? Поет ли? Дева за холмом на всякий звук. Молодец. О, звук. Свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Пап, ты что, уже на работу? Ну да, это за мной. Ну все, давай, удачи. Пока. Пойдем, я тебя провожу. Ешь. Пока, пап. Пока, папочка. О, добрейшего. Привет. Ну чего у нас? Пожар в частном секторе. То ли поджог, то ли несчастный случай. Три трупа. Отличный день начался. Только сначала к Игорю. Мам, быстрее, а то мы в школу опоздаем. И в садик. Это вы давайте побыстрее, у меня все готово. Мам, тут СМС пришло. Можно я открою? Нет. Сколько раз тебе говорить, что телефоны взрослых трогать нельзя? Иди помогай дальше одеваться. Давайте, давайте, давайте. Быстрей. Спасибо. Встречаемся на месте. Я, кстати, может, еще раньше тебя приеду. Вызов принят. Здорово. Нет, Ирка тебя когда-нибудь точно поймает. Когда-нибудь. Это когда-нибудь всегда возникает внезапно. Это я тебе как уголовный адвокат говорю. С моими клиентами это постоянно происходит. Давай, не каркай. Ира уверена, что я продал мотоцикл, завязал. Пусть так и думает. Доброе утро. Доброе утро. Ты же меня не сдашь? Ну... Ну, я тебе не сдам. Сдавал, еще не выросла. Давай. До вечера. Низко. На выход. Давай руку. Я сам дойду. Хорошо, мама, все. Мама, встань! Хорошо, малыш, в садик. Нет, у нас нету таких возможностей. Только по факту. Нет. Вы же сами понимаете, мы не стандартное лечебное учреждение. У нас тут закрытый режим. Ну что ж, Савельев Дмитрий Иванович, новости для вас не очень. Похоже на онкологию, причем запущенную. Точно? Точно только у Боженьки. А мы тюремная больница. Но вероятность 90% я вам дать могу. И что делать? Можете мне помочь как-то? Мой вам совет. Подавайте на УДО по состоянию здоровья. И там уже по месту жительства обратитесь. Спасибо. Позвоню от вас.
Динамика отличная, результаты прекрасные. За полгода приступы немоты практически прекратились. Дениска начал нам потихонечку открываться. Это очень хорошо. Скажите, а когда Дениска к вам приходит, он вспоминает про то, что с ним произошло? Нет. Воспоминания о травме полностью вытеснены у него из сознания. А про папу? А папа у нас тоже связан с травмой, так что нет. И вообще Дениска, он уверен, что его настоящий отец – это Олег. И я бы на вашем месте не стала волновать мальчика иными версиями. Ну, я же говорил. Дайте 5, Олег Витальевич. Да, себе шоколадка. Участковый, капитан Комаров. Следственный комитет. Старший следователь Субботин. Это мой помощник Алексей. Здрасте. Понятно. Ну, и что, собственно, вас вызвали? У нас больше одного погибшего. Точнее сказать, трое. Ну, сами понимаете, надо вызывать, если... Понимаю. Ну, давайте поподробнее. Мужчина и женщина, 50 лет. Есть еще один, 63 года. Прописаны, все личности установлены, свидетелей нет. Женщину нашли рядом с диваном, видимо, спала. Мужчина был тут, пытался выбраться снаружи. Окно было разбито. Там, где спал дед, между половицами обнаружены свежие окурки. Может, курил в постели. Черт его знает. Заводитель пожарной охраны, Иванов. Старший следователь Субботин. Вот раб. Что скажешь? Да что сказать? Все, что горит, все сгорело. Проверили проводку. Это не источник. Отопление тоже здесь ни при чем. Ну, да. Ну, а что при чем? Хотите мое мнение? Это определенный человеческий фактор. Да уж, умышленно или нет, это не мое дело. Понятно. Это в рапорте есть? Нет, конечно. Вы что, мы же за эту информацию уголовную ответственность несем, между прочим. Вот вопросы, откуда и что, это мои. А вот кто и почему, это ваша задача. Причина возгорания не установлена. Это все. Ну а что же еще? Закрывать? Из-за отсутствия подозреваемых. Улик нет, все сгорело. Зачем вам висяк в отделе? Я вашего совета не спрашивал. Завтра я жду от вас отчет по полной форме. Это ясно? Подождите, ну давайте поспокойнее. Ну у вас что, какие-то с этим проблемы? Ну это обычное бытовое возгорание. У вас будут проблемы. Здесь окно разбито. Снаружи, а не изнутри. Смотреть лучше надо. Леш, пошли. Привет. Не очень занята? Да нет. Пойдем кофе пить. Константин Михайлович, можно вас на минутку? Извините. Лен, закончишь? Кость, слушай, Иришка пришла. Можно я быстро сбегаю пообедать на часок? Все равно следующий только через час пациент. Конечно, идите. Угу. Да, все. Я скоро вернусь. Лен, ты видел? Это нормальные люди, а? Да сейчас у них 3 трупа, поэтому они нас вызвали. А если бы один? Закрыли бы. В том-то и дело. Так, ладно. Давай двое в архив. Собери все, что есть. Ага. По этому району за последние полгода. Я пока здесь осмотрюсь. Понял. Смотри, новые тортики появились. Да. Давай закажем, я угощаю. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А будьте добры, 2 кусочка вот этого торта и... И чай. Да. Хорошо. Спасибо.
Ир, что-то случилось? Бывший муж достает. Сначала просто письма из тюрьмы слал, теперь вот, звонки, смс-ки. Че он хочет-то? Сына он хочет. Требует, чтобы я Дениску на свидание привела. Слушай, ну смени номер, и все. Если б так все просто было. Когда Диму посадили, я думала, что больше про него вообще никогда не услышу. Но он каким-то образом все время меня находит. Слушай, ну объясни мне, нельзя просто его игнорировать, и все. Ну, я не за себя боюсь, за Дениску. Конечно, я все смс-ки удаляю. Дениска большой, он в смартфонах разбирается. А если он что-то прочитает? Ирна, ты понимаешь, что рано или поздно Дениска все равно узнает, что его отец Дима? Понимаю. Но лучше бы поздно. Да. Что такой торт вкусный. Мне кажется, я такой только у тебя дома ела. Это мой торт. Нет. Да. Да ладно. Да, это мой торт, я пекла. И те на витрине тоже мои. А серьезно? Серьезно. Кафе заключил со мной договор. Я буду петь для них торты. Ира, я тебя поздравляю. Так, ну-ка. Класс. Я молодец. Здравствуйте. Вам чего? Сейчас. Вы про пожар что-нибудь слышали? Ну, а кто ж не слышал-то про пожар? Понятно. А погибших что можете рассказать? Как жили, пили, не пили, может быть, ссорились? Да, ну как жили? Жили. Вот хотели дом продавать. И деньги им хорошие предлагали. А знаете, вот дед вот уперся, вот ни в какую. Ну, он хозяин, он хотел на своей земле как бы умереть. Ой, живучий оказался. У него-то инфаркт недавно был. А все туда же. Значит, дом хотели продать? Угу. А кому? Вы не знаете? Нет, нет. Все хорошо. Как у вас с Костей дела, расскажи. Ой, ну как дела, как дела? Не знаю, сердцем чую, что-то он задумал. Замуж, наверное, будет звать. Так это же здорово. Ну что здорово, Ир? Я вот лично к семейной жизни не готова еще. Вы уже 2 года вместе, пора, все. Что пора? Может быть, у меня на жизнь вообще свои планы. Костя отличный парень и любит тебя очень. Все, я побежала. Давай, пока. Олег Витальевич, вы просили узнать про пожары. Вот список. 23 пожара в этом районе – это в 2 раза больше, чем в соседних районах за тот же срок. 23? Да. И что, все закрыты ввиду отсутствия подозреваемых? Ну, собственники или погибли, и некому было подавать заявление, либо дела закрыли за нехватку улик. Да, проводка. Угу. Алкогольная. Ага. Проводка. Интересная картина. Только не полная. Так. Давай звони в РУВД нашему любимому капитану Комарову и пусть присылает отчет по всем самоубийствам и несчастным случаям. А это зачем? А затем. Помнишь дело Титова? Ну да. Убийство плюс самоубийство. Удушение, огнестрел. Да. 3 месяца назад в этом же самом районе мы нашли следы неудачного поджога. Но к делу их приплетать не стали. Так, Алёш, на минутку ко мне в кабинет. Михаил Петрович, с днем рождения! С днем рождения! Так, все вечером, вечером. А сейчас работаем, Субботин, работаем. Работаем. Все. Бонжур. О, привет, Андрюха. Садись. Разгребу тут тебе. Ну, да, я смотрю, ты тут совсем закопался. Слушай, ну вот тебе и еще. Давай. Средний Озерск Дели лучше. Давай, давай. По домам удалось что-нибудь раздобыть? Ага. Часть территории уже выкуплена муниципалитетом. А часть принадлежит разным мелким фирмам. Угу.
А кто владелец фирмы? Все разные. Но дата заключения договоров подозрительно совпадают. И там будет дорога. Да. А откуда они узнали, что здесь будет дорога? Получается, что либо у нас в городе открыли кружок ясновидения, либо сезон охоты на местных жителей. Спасибо. Спасибо. Ну, лучше бы кружок ясновидения. Да, дорога только в проекте. На картах ее еще нет. Но кое-что мне удалось раздобыть. Калька, что ли? Калька, что ли? Это получается, что дом Титовых тоже здесь? Ты слышал про них? Да. Это уже не просто совпадение. Здравствуйте. А где именинник? Михаил Петрович, к вам еще гости. Ирочка, душа моя, ну я уже волнуюсь. Ну вы Михаил где? Петрович, ну, Петрович, с днем рождения. Что, мне что ли? Да. Нет, ну зачем? Ну, вы меня балуете. На, держи, Сережа. Ну, здравствуй. Слушай, выглядишь на миллион. Спасибо. Так давай я с тобой поухожу, пока мужа нет, я так понимаю. Так. Ну чего? Так, пойдем, я тебя с дочерью познакомлю. Пойдемте. Так, иди сюда. Получается, что все участки все равно окажутся в собственности муниципалитета. Но вопрос, у кого он их скупает? Соседка сказала, что погорельцам предлагали очень неплохие деньги за участки. Слушай, извини за каламбур, но история — это просто огонь. Особенно, если здесь замешаны городские власти. Это ж просто бомбический материал получается. Андрюх, ты палку только не перегни. Если здесь действительно замешаны городские власти, то лучше не нарывайся. Ну, а что я-то? Да ничего, потому что я тебя знаю. Я благодарен тебе, что к тебе можно обратиться, когда, ну, невозможно получить быстро ордер на обыск, там, на прослушку. Ну, все, да, я понял, понял. Только знаешь что? Журналистов не зря называют четвертой властью. У нас тоже средства имеются. Слышь ты, четвертая власть. Улики собираю я по всем правилам, то только информацию. Ты меня понял? Понял, понял. Все, тогда работаем. Алло, привет. Как где? Я еду уже. Ну, на работе задержался, ладно. Все, скоро буду. Олег! Давай быстрее, мы тебя ждем. Ирочка, ну что у тебя там за проблема, а? Кстати, а где Олег? Он на работе задержался, скоро будет. Как на работе? Подожди, я же его отпустил пораньше. Я думал, он сюда торопится. Ну, ты, ладно, ты знаешь, он сам об этом пожалеет. Ты же знаешь, кто опоздал, тот... Так, друзья мои, давайте, все к столу, давайте, давайте. У-у-у! Смотри, здесь адрес, куда надо отогнать. Там Игорь, и он все знает. Ага, понял. Так, сейчас. Че? А, нет, это не подходит. Я здесь ключ просеял уже лет 100 назад. А, слушай, с этими замками история была. К ним ключи от китайских почтовых ящиков подходят таких. А, да неважно, короче, у нас редакция есть, я тебе такой достану. Хорошо. Так, на, и вот куртка еще. Понял. Все, давай, а то аккуратно только. Да, да, ладно, все. Хорошо. Давай. Давай, счастливо. Спасибо. Ладочка, ну наконец-то. Друзья, минуточку внимания. Разрешите вам представить. Это мне? Ну, кому? Спасибо. Разрешите представить. Лада. Пусть вас не обманывает ее ангельская внешность, она следователь по экономическим преступлениям. Да-да-да. Так, Лодушка, идем, я тебя здесь посажу. Хорошо. Здесь, да? Да-да-да-да. Да-да-да, бегу-бегу-бегу. Так, вы тут без меня, я на минуточку. Да-да-да. Вот. Я Ирина. А, Лада, очень приятно. Лена. Здравствуйте. А, здрасте. Привет. Пусти. Шарф сними. А, да. Где? Где именинник-то, а? Торт сейчас подавать будут. Отлично. Подлить?
Нет. А вам? Да. Давайте знакомиться, я Олег. Вы, как я понимаю, дочка Михаила Петровича? Нет, мы с Михаилом Петровичем просто друзья. Я Лада. Очень приятно. А вы муж и жена, да? Да. Вы очень гармоничная пара. Спасибо. Очень. Так. Внимание, внимание! О! Так. Это твоя жена приготовила что-то? Я знаю. Ну, не надо, не надо, друзья. Ну, я не знаю. Олег, ты что, мне штрафная, мне штрафная, поэтому так. Почему клюешь? Такие правила. Ты еще лампадку зажги. Это сын мой. Ты рот завали. Ты что сказал, Баклан? За базар ответишь? Отвечу. Ты что, иди сюда! Успокоились там? Не помешаем, Михаил Петрович? Да нет, конечно, проходи. Сейчас мы с тобой наливочки тяпнем. Садись. А. Давай. Чуть-чуть. Ну, конечно, чуть-чуть. С днем рождения. Спасибо. Я на самом деле по важному делу, ну, по поводу сегодняшнего пожара. А что же важно пожарить? Ну, съездили мы туда, посмотрели все. И поняли, что в этом районе полный бардак. Да, и пожары все эти подстроены, и за этим стоят очень серьезные люди. Это вы с Алешкой, что ли, пришли к такому выводу? Ну да. В общем, Михаил Петрович, нужно раскручивать это дело. Мне нужно больше людей. Людей. Очень вкусный торт, а вы даже не попробовали. Давайте я вам кусочек положу. Спасибо, пока не хочется. У тебя же Алешка есть. Ну? Ну что? Ну, парень разумный. Тебя обожает. Ну, а насчет людей я с начальством поговорю. Может быть, не только Алешей будешь командовать, а целым отделом. Ну, я же не... Да ладно ты, ну, перестань, перестань. Ты, главное, давай, расскажи, что там вы накопали подробнее там. Ну, давай. Может, шампанское? Нет, я за рулем. Спасибо. Клеится, да? Ну, давайте, давайте. Теперь мы знаем, как может пойти эта дорога. Мы можем предположить... Стоп! Откуда знаете? Из надежных источников. Между прочим, с шефом сегодня очень хорошо поговорили. Да. И речь шла о повышении. Пристегнись. Приедем домой, сфотографирую тебя. Зачем это? Детям буду показывать, а то не забыли, как выглядит их папа. А чего ты вот ерничаешь? Нет, если тебя что-то не устраивает, ты скажи. Как ты говоришь мне? Надо разговаривать. О, отлично, давай разговаривать. Да, давай. Вопрос первый. Где твоя куртка? Где моя куртка? Ну, блин, на работе я забыл ее. Я же последний уходил, спешил и в кабинете закрыл ее. А, да? А вот твой начальник сказал, что ты ушел сегодня пораньше. Последний он уходил. Вопрос второй. Лада, кто это? И почему вы так случайно пришли один за другим?
Я не знаю, я вообще в первый раз в жизни ее да, видел. Она весь вечер с тебя глаз не спускала, еще флиртовала с тобой. Нет. Да. Нет. Да, флиртовала, я это видела, и ты это видел. Ну почему ты врешь все время, а? Олег. Олег, ну перестань. Олег, перестань. Ну что ты делаешь? Олег! Здорово. Привет. Олег, ты дома? Спит. Да ладно. Угу. На, вот ему куртку передай. Вчера забыл. И скажи, чтобы пораньше вставал. Нет. Олег Витальевич, вам тут передали. А... Ксюша, иди сюда, помогать мне будешь. Давай. Спасибо вам, Ирина Валерьевна. Ксюша. Ну что, пойдем? Давай. Иди сюда, Ксюш, бери кефир, скорей. Давай. Знаете ли, всю ночь вот сочинял речь в свое оправдание. Да. Очень хорошо, потому что друг бабник не лучшее алиби. Ир, ну какой он бабник? Ну ты же видела его, ну что ты... Просто мы с Игорем вчера встречались не на работе, а по работе, да? Я вот не хотел тебя всем этим грузить. Нет, если хочешь, я могу все рассказать. Что такое? Да. Рассказ будет долгим и скучным. Ой, все, да. все. Дениска. Мама у нас милая. Не сердишься. Приветствую. Здорово. Так, едем сегодня в частный сектор. Угу. Если наши расчеты верны, то мы знаем предполагаемый район, где будут скупаться участки. А. Вот. А что вы сегодня без коня-то? В общем, это тот случай, когда налево пойдешь, жену потеряешь. Понял? Понял. Ну и молодец, что понял. Наша задача сегодня – выяснить, кому из жителей предлагали продать участки, кто подавал жалобы в управы, ну, в общем, выяснить, кто из них проблемный. Понятно. Давай, поехали. Тихо, тихо. А ну отойди, сейчас собаку спущу. Проваливай, кому говорю? Владимир Алексеевич Смирнов. Я из Следственного комитета. Старший следователь Субботин. Извиняйте. Каждый день из этих жуликов, как на войне. А что за жулики? Да так, разорить меня хотят, по миру пустить. Вот что. А можете мне рассказать поподробнее? Сначала с постановлением приходили. Дома снести, всех в квартиры переселить. Я узнавал, ходил. Нет у них такого права без моего согласия. Ну, все обошлось? Куда там? Значит, потом угрожать начали. Каждое утро. На порог.
проверкой. То канализация, то газ, то отопление. Владимир Ильич, я вот только одного не могу понять. А вы вот... Вы что за это держитесь, участок-то, а? Если деньги неплохие. Из-за груш. Этой весной цвести будут. А куда я с этими грушами? В квартиру, что ли? Владимир Ильич, если еще раз к вам кто-нибудь придет, вы звоните мне. Мы приедем и разберемся. Хорошо? Хорошо. До свидания, спасибо. До свидания. Олег? Слушай. Я, кажется, нашел связь между строительными фирмами. Так. Все открылись меньше года назад. В учредителях люди от строительства, честно говоря, далекие. Учителя, спортсмены, есть даже вышибалы из ночного клуба. Но главное, все они получили кредит в одном и том же банке. Угу. Вот тебе дадут кредит на $1 млн? Нет. И мне не дадут. А им дали на 10. Причем без всякого обеспечения. Короче, записывай. Готов. Рысаков Аркадий Иванович. Иванович. Вот пробей этого перса по вашим базам. Сдается мне, выдает он кредиты сам себе через фирмы однодневки. Ага. То есть, получается, подставная фирма должна успеть заключить сделку, под которую брался кредит, так? А если хозяин упирается, не хочет продавать участок? Ой, ну как что? Его нужно поторопить. Я понял. Молодец. Ну, спасибо. Пока. Давай. Поехали. Да. Куда едем? В банк Рысакова. Люду, приглашайте. Спасибо. Здрасте. Олег Витальевич. Очень приятно, Аркадий Иванович. Прошу. Чем могу вам помочь? Вот кредит хочу взять. Ого. Большой? Нет. 10 миллионов. Я не думал, что зарплата следователя позволяет. А я хочу строительную фирму открыть. Вау. Слышал сейчас, что это очень выгодный бизнес. В строительстве разбираетесь? Я нет. Мне просто сказали, что ваш банк как раз выдает кредиты тем, кто не разбирается. Десять миллионов. Угу. Это многовато. Это не по-христиански. Вот если бы 1 миллион рублей. Вот один там. Жаль. Очень жаль. Значит, придется прислать проверку. Ну, чтобы разобрались, почему вы так избирательно. Если у прокуратуры есть вопросы к моему банку, пусть обращаются. Мне скрывать нечего. Я прошу вас меня извинить, мне надо работать. Да, хорошо, записала вас на понедельник. Угу. Всего доброго. Привет. Ира, привет. А что это? Заказ Константина Михайловича. В смысле, Кости? Да. Да-да. Кость, тут Ира торт принесла. Держи. А что случилось? Да все хорошо, давай-давай, пойдем, проходи, идем сюда. Какой повод? Повод. Кость, ты... Ребят, вы чего? Вы с ума сошли? Вы меня спросили? Я так не могу. Андрюх, я только что от Рысакова. Он, конечно, мне ничего не сказал, но понял, что я все знаю.
Представляешь, я, кажется, решил, что я хочу взятку. Ну все, давай, созвонимся. Олег, зайди ко мне. В общем, мы раскопали. Есть такой банкир Рысаков. Олег, подожди. Здрасте. Здрасте. Послушай, в общем, дело о пожарах теперь будет вести Лада. То есть вы мое дело передаете ей? Так, ты давай не горячись. Это решение принято наверху. Все. Я только вышел на след. Ты прекрасно поделишься наработками с коллегой. Лада специалист по экономическим преступлениям. Может быть, дело сдвинется быстрее с мертвой точки. Олег, если ваша цель – раскрыть преступление, а не продвинуться по службе, то в этом наши цели совпадают. Специально для этого я перевелась в убойный отдел. Вы вообще в этом что понимаете? Для вас в УБЭП что важно? Цифры? А сгоревшие люди – это так, статистика, сопутствующий ущерб. Так, в субботе? Спасибо вам, Михаил Петрович. Спасибо. Работайте. Транш пройдет в понедельник. К этому моменту все сделки должны быть завершены. Документы готовы. Босс ждет от нас полный пакет. Все готово. Почти. Угу. Кроме двух последних. Местные артачицы. Нужно их как-то поторопить. Хорошо. Я не знаю, что делать. Что-то пошло не так. Сегодня ко мне приходили из Следственного комитета. И чего? Ну как чего? Значит, они что-то нашли по кредитам. Наверняка нашли, и не говорят, что. А если начнутся обыски? А может быть, уже, пока мы тут сидим? Жду, у тебя можно найти. А лишние 500 000 евро, как я им объясню? Типа на отпуск коплю, да? Успокойся. Субботин уже сняли с этого дела. К расследованию подключился наш человек. И он докладывает нам о каждом их писке. Петр, я просто хочу забрать свои деньги и залечь на дно все. Я тебе залягу, не встанешь. Сначала проведем последний транш. А потом делай, что хочешь. Хоть в песок закапывайся. Салфетки оставь, слышь. Глухой, что ли? Тронули какой-то официант. Нет, ну. Сиди. Командир! Стой! Да? Алло, алло. Ира, это я. Я тебя прошу, не бросай трубку. Дим, зачем ты мне названиваешь? Чего ты хочешь, скажи. Слушай, я... По-человечески тебя прошу, но... Приведи мне Дениску. Ну, дай хоть посмотреть на него просто. Нет. Ира, ты не понимаешь, ну... Чего я не понимаю, Дим? Ты забыл, как ты ребенка об стенку ударил, он до сих пор разговаривать нормально не может. Забыл, как орал на него пьяный? Нет. Ты слышишь меня? Нет. Названивать. И вообще, оставь нашу семью в покое. Я тебя очень прошу, пожалуйста. А, простите. Можно? Простите.
Олег, почему вы сердитесь на меня? Ну, пожалуйста, не сердитесь. Я не виновата, что так получилось. А у меня для вас есть подарок в качестве примирения. Вот дело Рысакова. Видите, в работе АБЭП есть тоже свои преимущества. Олег Витальевич, вас Кривцов срочно вызывает. Алло. Транс пройдет в понедельник. К этому моменту все сделки должны быть завершены. Документы готовы. Босс ждет от нас полный пакет. Все готово. Почти. Кроме двух последних. Местные артачат. Нужно их как-то поторопить. Слышал? Слышал. У нас есть 4 дня. Да, а еще я ошибся. Рысаков — это только исполнитель. Олег, следи в оба. У вас в отделе крот. Господин Рысаков, чем обязан? Я насчет последнего транша в понедельник. В департаменте все готово. Мы отправим соглашение, как только в реестр будут внесены новые собственники участка. Хорошо.
И это должно случиться в ближайшие дни. Иначе, как вы понимаете, Аркадий Иванович, никакого транша в понедельник не случится. Не беспокойтесь, все будет сделано. Эту заминку решают прямо сейчас и, возможно, уже решили. Вот и прекрасно. Вот документы. И, пожалуйста, не затягивайте. Олег, ну что ты, где ты? Я тебе дозвониться не могу. Дима достал телефон Дениски и названивает ему. Ир, я с этим разберусь, я тебе обещаю. Олег, ты все время так говоришь. Ну, успокойся, пожалуйста. Ну, как я могу успокоиться, это Олег? Это всего лишь телефонный звонок. Олег. Вышли к сейфу? Нет, с чего вы решили? Ну ладно, с этим потом. Но у вас пришла заявка из Следственного комитета. Старший следователь Субботин, вам знаком? Нет, по-моему, это какая-то ошибка. Да нет, не думаю. Вы же понимаете, почему я здесь? Нет. А подтверждающие документы у вас есть? Конечно, с этим у вас еще будет время ознакомиться. Я видел у вашей помощницы на столе подшивки документов. Попросите принести, пожалуйста. Вы были правы. Произошла ошибка. Только что звонили и отменили заявку. Извините. Бывает. Хорошего дня. Олег Субботин, старший следователь. Субботин? Новый муж? Что ты здесь потерял, а? Хочу поговорить с тобой по-хорошему. Ты, пожалуйста, отстань от Иры и больше не звони Денису. Он вообще не знает, кто ты такой. Ты кто такой? Чтобы мне мешать с моим сыном общаться. Старший следователь Субботин, да? Я
Ника, прошу по-хорошему. Если ты не отстанешь, пожалеешь. Подумай. А тут и думать нечего. Мусор. Да, алло. Это капитан Комаров. Слушай, капитан. Я что звоню? Тут повешенный. Суицид. Некто... Смирнов Владимир Алексеевич. Вам знаком такой? Как Смирнов? В общем, у него в кармане нашли вашу визитку. Ну, поэтому я и звоню. Дениска. А я за тобой хотела. Ты почему так рано? Уроки еще не закончились. Математику отменили. Учительница заболела. Ты мне не врешь? Почему ты мне не позвонил? Мы же договорились, что ты не будешь ходить один. Почему не позвонил? У тебя же есть телефон. Где он? Покажи. Денис. Зачем ты спрятал телефон, скажи? Ничего я не прятал. Посмотри мне в глаза, пожалуйста. А теперь скажи, что за дядя тебе звонит и о чем вы с ним говорите? Не знаю я никакого дядю. Так, а это что такое? Ну-ка. Ну, это что такое, Денис? Не знаю ничего я. Денис! Да. Костя. Я тебе тут снимки принесла, ты просил. И куча всего накопилась на подпись. Подпишешь? Угу. Я побежала работать. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Привет. Мы же сегодня виделись уже вроде, нет? Сегодня вечером идем в театр. Я билет достал. Милый мой, я сегодня вечером не могу. У меня мама приезжает. Я тебе не говорила? Прости. Давай завтра что-нибудь придумаем, ладно? Я пошла, у меня там пациент ждет. Какого черта? Мы же все обсудили. Да, я понял. Тут такое дело. У меня документы пропали. То есть как? Пока непонятно. Ты чего несешь, парень? Что значит документы пропали? Повесился на крюке от люстры. Вот записку оставил. Тут еще собака всю ночь выла. Все никак не могла угомониться. Ну, видимо, соседям надоело. Они вызвали полицию. Ну и вот увидели. А собака где была? В подвале. Ну, заперли ее там. Странно. Зачем Смирнову запирать свою собаку? Ну, видимо, чтоб не мешало. Интересная версия. Смирнов не мог покончить с собой. Это почему? Потому что груша. Груша еще не зацвела. Давай отсюда. Поехали. В моей смерти прошу никого не винить. Вот так вот просто... И безлично. Оригинально?
Алло, Андрей. Привет. Ну, короче, ты был прав. Алло. Алло, не слышно. Да. Олег, банковские документы у меня. Слушай, ты не поверишь, тут все. Имена, счета, адреса. Короче, по телефону нельзя. Я тебе все при встрече покажу. Где и как я тебе сообщу потом. Я пришел. Привет. Привет. А где все? Ксюша спит, а Дениска пришел из школы, закрылся в комнате и не выходит до сих пор. Из-за телефона? Не знаю. Ладно, я сейчас это... попробую поговорить с ним. Я удостоверение у него не спросил. Он был в курсе насчет всего. Как начал меня грузить, мне и в голову не пришло. Стой! Ну-ка, подожди. Тот самый официант из ресторана. Среднеозерск сегодня? Знаешь, пап, мне правда было грустно. Я никогда не поверю, что такому крутому парню, как ты, может быть грустно. Я с ребятами в классе не могу подружиться, потому что я как будто бы... проглатываю окончание со слова. И что? Ну, ты же не слона вот этого проглотил, а? Ну, просто нужно всем показать, что ты крутой. Ты клевый парень, такой же крутой, как твой папа. Ну! Как можно показать, что ты крутой, если тебе мама за ручку приводит и уводит? Понимаю. Чуть руку не сломал. У меня есть секретный план. Только нужно выполнить несколько условий. Первое условие. Мне нужно ничего говорить маме. Второе. Нужно пойти поужинать. Все. Савельев. Да, я Савельев. Я. Буду отказан. Как отказан? Субботин, падла. Какой отказ по счету? Третий. Спасибо, что поговорил с Дениской. Ну, без проблем. У него самый лучший папа, а у меня самый лучший муж. Согласен. А у меня есть маленькое предложение. Так. А давай-ка я сегодня Дениску в школу отведу. Я с папой. Нет, сегодня нельзя. Сегодня какой день вообще, а? Ксюш, сегодня день... мужчин. Вот, этих крутых парней, храбрых рыцарей. А день принцессы он завтра. Ты кем хочешь быть? Принцесса. Все, договорились, будешь. Ну, мам, а? Ну, мам, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, ну-ка посмотрели на меня. Что? Вижу, что-то задумали.
Нет, ничего не задумали. Точно? Ты точно. Тогда можно. Yes. Давай пять. Ешь быстрее. Ну, пусти. Отпусти, я из тебя в институт опоздаю. Валя, ну зачем тебе в институт? Я тебя сам всему научу. Ну да, знаю я, чему с тобой можно научиться. Валя, ты точно о нас никому не говорила? Подружкам? Никому-никому? Да точно, никому. Чего пристал? Отдай. Отдай! Андрей, ну я не понимаю, что у нас за отношения такие? Скажи, пожалуйста, как в шпионском фильме. Может, ты стесняешься меня, что я маленькая? Глупенькая, я за тебя переживаю. Вот закончу это дело, и со всеми тайнами будет покончено. А хочешь, мы куда-нибудь уедем? Хочу! Только ты опять во что-то новое вяжешься. Я ж тебя знаю. Валя, это мое самое последнее расследование. Я тебе обещаю. Ты мне веришь? Верю. А теперь нам надо обсудить план «Б». Опять меня надурил. А я уши развесила. Ну, что там у тебя? Это Валя ключ. Прикинь, до того, как стать банкиром, Росаков был чиновником. Сняли за взятки. Я уверен, у него до сих пор в администрации остались какие-то связи. Ну, кто бы сомневался. Ну да. От колонии отмазали, отделался штрафом и запретом занимать государственные должности. Ему определенно кто-то помогает. Да. Опа! У него до сих пор есть строительная фирма, а оформлена она на... Савельев Дмитрий Иванович, соучредитель. Здравствуйте! Здравствуйте! А можно покататься на мотоцикле? На каком еще мотоцикле? Ну, на котором Дениска утром в школу приехал. Нет, мальчики, нельзя. До свидания. До свидания. Пока, Дениска! Пока! Ничего не хочешь мне рассказать?
Тебя папа на мотоцикле катал? Отвечай, Денис, тебя папа на мотоцикле катал? Ну, почему ты молчишь? Ладно, садись в машину, дома поговорим. Садись. Я хочу поговорить по поводу Русакова. Я знаю, что вы были партнерами. Ты сидишь. Он на свободе. Я думаю, он тебя подставил. Может быть. Сдай мне Рысакова. А разбежался. Пошел ты. Я сюда пришел только для того, чтобы тебя послать. Мусор. Я тебе сделку предлагаю. Но. Твои показания в обмен на услугу досрочно. Хорошенький выбор. Вам помогать или здесь сдохнуть, да? Отмразь! Савельев, карту! Бонжур. Олег, вы ведете свое параллельное расследование. Хорошо, я закрою на это глаза. Что у вас с Савельевым произошло? Ничего страшного, просто он сегодня был не в духе. Я приезжаю на допрос ключевого свидетеля. Его мимо меня ведут в карцер. Это как называется? Называется «небольшие недопонимания». Да весь отдел в курсе ваших небольших недопониманий. Учитесь отличать личную жизнь от работы, хорошо? Угу. Что ты в темноте сидишь? Хочется. А где дети? В комнате. Хорошо. А у Дениски как дела? Дениска наказан. Опа. А за что? За мотоцикл. Но ведь Дениска не виноват, правда? Виноват папа. А чем ты думал вообще, когда ты ребенка на мотоцикл посадил? Я послушаю. Вот это ты послушай, Олег, это ты послушай. Ты обещал, что завязал с мотоспортом. Ты обещал, что продашь свой мотоцикл. Почему ты мне все время врешь, Олег? Ты каждый день мне врешь. Да вру, да вру. А что мне остается делать, если ты стала, я не знаю, какой-то мнительной истеричкой? Ну... Ира. Ир. Это я, Ир. Прости, пожалуйста. Ну, правда, у меня вырвалось. Это как-то... День сегодня сумасшедший был. Ну, вообще, понимаешь, ну, открой, пожалуйста. Нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, что это было крайне безответственно с твоей стороны. Я, конечно, понимаю, что Дениска тебе не родной, но это совершенно не повод гробить ребенка. Тем более сейчас, когда Дениска так нуждается в отце. Перестань. Психолог сказал, что ему нужно внимание. Олег? Олег?
Олег! Прекрасно. Так, все, котенок, на сегодня культурная программа закончилась. Иди кино посмотри. Давай, давай, давай. С взрослым мальчиком надо поговорить. Спасибо. Иди, иди. Я скоро приду. Извини, пиво только безалкогольное. Ты же знаешь, мне другого нельзя. Ну что, сегодня у меня? Нет, нет. Не знаю. Давай, ходи. А что тут ходить? Тебе скоро Марс. Может, на моцах погоняем? Давай доиграем. Ну, колись уже. Ирка застукала. Теперь тебе нужен адвокат? Адвокат нужен. По другому делу. Расскажи-ка мне про условно досрочное. За проезд передайте, пожалуйста. Галина, Руслан. Посмотрим. Эх, Руслан, Руслан. Галина. Галина. Так. Ну, конечно. За мной заехать? Ага. Ты помнишь дело Титовых? Я нашел тут нестыковки. Понял меня? Да. Подожди. Забродин объявился. Добрый день.
Дети, подъем. Давай. Все это выглядит как обычная бытовая ссора. Он задушил ее, раскаялся, после чего застрелился. Но тут я обратил внимание на одну деталь. Сначала кажется, что все обычно. Края раны обожжены, на руке следы от пороха. Но если внимательно приглядеться, видно, что пороховой след смазан, как будто бы кто-то вложил ему пистолет в руку и нажал на курок через его пальцы. Валя! Валь! Помогорову сделали? А на пару пойдете? Да, мне с ним поговорить нужно. Он мои статьи на рецензию брал. Ты его ждешь? Здрасте. Вик, пока. Отвечает, мы же договорились. Ну, Ир, ну, может, занят. Может, у него дело какое-нибудь там срочное. У вас назначена встреча. Здрасте. Кто главный? Я. Каких топор Следственный комитет суицидом интересуется? По делу проходит. Предсмертная записка есть? Да, здесь, на ноутбуке.
Не пугайся. Нам надо поговорить, кое-что случилось. Я только что оттуда. Видела вашу переписку и сразу к тебе поехала. Я знаю, что вы с Андреем были друзьями мне. Очень жаль, правда. Я не верю, что он мог покончить с собой. И я не верю. Съездить туда. Посмотреть все своими глазами. Поехали. Тебя подвезти? Не надо. Стерильная и безличная. Я просто не верю, что талантливый журналист мог не воспользоваться последней возможностью высказаться. Скажите, в квартире удалось что-нибудь обнаружить интересное? Ну, я имею в виду документы или бумаги рядом с телом? Нет, все абсолютно чисто. Ни карты памяти, ни денег, ни ключей, ни вещей погибшего. Ясно. Значит, квартиру зачистили до нас. Невозможно определить, что пропало. Хозяйку так и не нашли. Есть свидетель в институте. Она перед парой куда-то ушла, и больше ее не видели. Телефон не отвечает. Ждем распечатку звонков. А я думаю, либо Вале уже тоже не повезло, либо она где-то прячется. Вы на ночь здесь оставьте кого-нибудь, она может вернуться. Так, ладно, я в морг. Хочу взглянуть на тело. Олег, подождите. Что это за документ? Вы расскажите лучше сразу, как есть. Лада. В общем, это я втянул Андрея в эту историю. Накануне он мне позвонил и сказал, что у него на руках документы Рысакова, которые вообще все объясняют. Как говорится, кто виноват и где деньги. И сегодня он мне должен был их передать. Спасибо. Выезжайте лучше домой. Экспертиза только завтра утром. А ваша свежая голова завтра – это лучшее, что вы можете сделать сейчас для Андрея. Правда. В ресторан. О. Прости, я забыл совсем и просто на работе врал такой, что. Я врал с этой. Ладой. В смысле? Привет.
видела сегодня в ресторане тебя и ее. Ира, мы с ней просто работаем. Правда, я не вру тебе. И я не должен был с ней там встречаться. Правда, я тебе серьезно говорю. Врешь. Все время врешь. Мне это надоело. Ира, я не вру, правда, ну как объяснить тебе? Я не должен был с ней встречаться. Я ждал друга своего и... Слушай, а ты-то как там оказалась-то? Я... Нет, ну я-то придумаю, что делать. Придумай лучше, что ты детям скажешь. Мне сегодня друга убили. А ты вот... Ну, иди же к ней. Она тебя пожалеет. Денис. Денис, прекрати, пожалуйста. Ты злишься на меня из-за мотоцикла? Не злюсь. Ну, ты же понимаешь, что дело не в мотоцикле, а в том, что вы с папой меня обманули. Врать это очень плохо. Где папа? Уехал в командировку срочно. Наш дед тоже должен тебя наказать. Почему? Потому что ты тоже соврала про папу. А что мама соврала? Тут у меня случай был. Принесли одному подозреваемому дело на ознакомление. А он решил его уничтожить одним единственным доступным ему способом. Сожрал, не глядя. Кстати, он делал это ровно с таким же выражением лица, как у тебя. А главный прикол знаешь в чем? Что ему по ошибке
принесли чужое дело. Ладно, поговорил я с твоим Димой. Все у него будет нормально. Мы его проводим по ускоренной, ну, как свидетели по особо важному. Так что на днях, может, и выпустит. Может быть, даже сегодня. Спасибо. Мам, мы пойдем после школы в кино. Посмотрим. Давай пятерку мне сначала принеси. Мам, кино. Да. Можно я зайку с собой возьму? Нет, малыш, с собой в детский сад нельзя брать свои игрушки. Ты знаешь, давай мы посадим зайку сюда, пусть он сидит, смотрит на дверь, встречает нас. Ну ладно, если кто-то чужой зайдет, он сразу увидит. Конечно, пойдем. Давай. Здрасте, я с отчетом. Сергей Генрихович, как всегда опаздывайте. Ну, работы много, сами знаете. Здрасте. Здрасте. Так, причина смерти – падение с высоты. Никаких серьезных предсмертных повреждений. Защитных ран нету. Под ногтями чисто. Могу сказать, что сопротивление он не оказывал. Но есть свежий синяк, полученный незадолго до смерти. Обратите внимание, в районе свода черепа. Похоже на след от профессионального захвата. Это не самоубийство? Похоже, что нет. А как нам это доказать? Так, ладно, я Кривцову. Жал на связи. Спасибо. Спасибо. Все, давай. Учись хорошо. Да. Обещаешь? Да, ну ты со мной пойдешь. Ладно, пока. Ой. Ален, привет. Ты извини, пожалуйста, если я отвлекаю. Мне нужно с кем-то поговорить. Кажется, я с ума схожу. Сначала мне показалось, что я видела Диму возле школы. Я понимаю, но мне так показалось. А теперь вот зайка смотрит в другую сторону. Ну, в смысле, такое ощущение, будто в квартире кто-то был. Ничего, ничего, мне можно. Люда, выйди. Не знал, что ты вышел. Так я и не должен был выходить. Сюда же палки в колеса. Я уж успел подумать, не ты ли это со своими связями. Нет, я здесь совершенно ни при чем. Ну, ладно, расслабься. Ну что, Аркаша, значит, ты теперь банкир? Расскажи, что вы с Андреем нарыли на Росакова? Андрей.
Андрею удалось достать план строительства дороги, проходящий через жилой фонд. Так. Окончательно план этот еще не утвержден. Скоро будут слушания, ну, тогда все решится. А Рысаков здесь при чем? А при том, что одно дело, когда ты имеешь отношение с частным жилым фондом, а другое, когда уже все выкуплено сторонними организациями. То есть все уже выкуплено? Да. Фирмами, однодневками. Все они ведут к Рысакову. У Забродина были документы, которые доказывают причастность Рысакова. Они исчезли. Все. Больше у нас на него ничего нет. Попробуем достать его через Савельева. Его сегодня выпустили. Звони. Да ты не переживай. Меня теперешние твои дела не интересуют. Я хочу получить обратно свои деньги. Какие деньги? Те самые, Аркаша, которые я влил в твою фирму прямо перед арестом. А ты думал, получил беспроцентный кредит, что ли? Послушай, Дим, ты инвестировал в проект как полноправный партнер. Деньги поступили на счет фирмы и, естественно, сразу пошли в оборот. Слушай, Аркаш, не заливай, а? А где я, по-твоему, возьму 2,5 миллиона евро, а? Может, в ящике? Слушай, руки при себе держи. Ты тоже не дергайся. Знаешь что, Аркаш? Ты что думаешь, я не знаю, как ты банкиром стал, что ли? Ты не волнуйся, у меня есть кому нашептать. Не понимаю, о чем ты. Мне нужно несколько дней, чтобы собрать всю сумму. Нет. Сегодня. Послушай, тебя же все конфисковали, да? Ну, допустим. Это. А может, ты пока у меня поживешь за городом? Это недолго, пару дней, и отдохнешь как человек. Буду рад. Ладно. Два дня. Лада, сядьте на мое место. Так. Читайте. Стоп. Что вы сейчас сделали? Что я сейчас сделал? Вы поправили экран, чтобы вам было лучше видно текст. Смотрите сюда. Смотрите, угол между экраном и клавиатурой. Вот в таком положении мы нашли компьютер. Mm. Следовательно, за компьютером Андрея сидел человек значительно выше его роста. Да, я это машинально сделал, значит, и убийца также. Да. О, здрасте. Там пришел Дмитрий Савельев. Не понял только, кому из вас. Так опасен для нас этот Савельев? Или нет, а, Аркадий Иванович? Опасен. Но он не будет ни во что вмешиваться, если получит свои деньги. Так а в чем проблема? Ну, собственно, насчет денег я и приехал. Понимаю. И о какой сумме идет речь?
Аркадий Иванович, вы с ума сошли? Вы за кого меня принимаете? Ну, Русаков, когда на меня вышел, он сразу предложил через мою фирму сделки проводить. Законные? Не, ну, риски были, конечно же. Но и деньги тоже были немаленькие. Через меня тогда реально большие бабки проходили. Я для семьи квартиру купил, четырехкомнатную. Отобрали потом. И в какой-то момент все пошло не так. Да запил я по-черному. Не привык я к такой жизни. Росаков видит, что я не в адеквате, подсунул мне какие-то бумажки, я подписал, потом хоп, очнулся, а меня уже по экономической повязали. Вернее, по трем. А вы прям сразу и не заметили ничего? Да Росаков нотариуса подкупил, падла. Есть у него свой человек из ваших кто-то, кто ему задницу прикрывает. Причем человек не последний, видно. Росаков из таких ситуаций всегда сухим выходил. Знаете, кто? Не знаю, сами ищите. Откуда тогда такая уверенность? Ну, я же по перваку не опасный. Отсидел 5 лет из 8. УДО не давали. А почему? Ну, потому что кто-то из ваших подсуетился. Нет, ну, если это не ты, то значит, это друг Росакова. Что? Что-то далеко машину-то поставил, нет? Да не так уж и далеко. Зато прогуляемся. Ну, хорошо, конечно, прогуляемся. Ален, я что-то не так сделал, ты на меня злишься? Ты про что, про машину, что ли? Нет, ты что, дурачок? Я не про машину. Почему ты за меня замуж не хочешь? Костя, послушай, ты идеал, правда. Ты предел мечтаний для любой провинциалки вроде меня. Дело не в этом. А в чем тогда дело? Ну хорошо, вот выйду я замуж, рожу детей, дальше что? Так и останусь никем? Ну как это никем? Будешь матерью и женой. И все? Вот ты, успешный врач, у тебя есть профессия. Ты нашел себя, а я? Поступала в мед, не поступила. Никто и нигде. Ну как ты никто и нигде? Ты вон администратор, очень хороший. Да, в твоей клинике всегда под боком. Администратор, что это за призвание вообще такое, администратор? Вон Ирина, твоя лучшая подруга. Угу. Мед поступила. Да. Ну ушла со второго курса. Теперь жена и мать. И ничего, и счастлива даже. Послушай, ну, во-первых, ты не все знаешь. А во-вторых, она, кстати, печет очень вкусные торты. Она нашла себя. Ты пойми, перед тем, как выйти за кого-то замуж, мне нужно себя найти. Ален, я на 10 лет тебя старше. Я не собираюсь вечно сидеть и ждать, пока ты там себя ищешь. До свидания, Олег Витальевич. До свидания, Лада Андреевна. Привет. А ты чего здесь делаешь? А ты сегодня домой не заходил? Нет. А что случилось? Нет. А у нас дома кто-то был. Мы сегодня утром, когда уезжали, Ксюша захотела взять с собой у Зайца ее любимого. Я не разрешила, оставила в коридоре, а когда вернулась... Заяц не так сидел. Интересно. Ир, а вот ничего, кроме зайца, ты больше не заметила? Ну, подозрительного. Вроде нет, но разве что мне показалось, что я увидела Диму возле школы, но Дима же сидит. Послушай, я понимаю, что это звучит как бред, просто... Просто мне страшно, неспокойно. Ну, Дима на свободе. Как на свободе? Так. Вышел по УДО. Заключил сделку со следствием.
проходит у нас по одному делу. А почему... Почему ты мне об этом не сказал, Олег? Я первая, кому ты должен был об этом рассказать. Он у нас проходит по одному делу. Это не касается ни тебя, ни меня, ни нас. Ну просто можно было меня предупредить хотя бы, если с Дениской что-то случится, если он его похитил. Кто его похитит? Он! Он его отец. Он может сделать с ним все, что угодно. Прийти в школу и забрать. Вот, пожалуйста, послушай. Я так и знала, это все из-за тебя, Олег. Все из-за тебя! Своей работой. Только косвенные улики, которые ни один суд не примет. Так что принесите счет, пожалуйста. Так что вы зря привлекаете внимание к этому делу. Есть вопросы? Вы должны сделать официальное заявление по делу Забродина. Ты должна сказать, что это было самоубийство. Я не понимаю, почему я не могу напрямую встретиться с боссом и поговорить? Вы мне не доверяете до сих пор? Нельзя. Таков порядок. Все вопросы решаются через меня. Ладно. Это второй вопрос, чисто для справки. Забродин твоих рук дело? Умничка. Как догадалась? Спасибо. Хочешь конфетку? Держи. На и мою слово. Ален, Леш, слушай сюда. Отправляй запрос. Мне нужны данные, где сейчас находится телефон Савельева. Не тупи, да, того самого Савельева. Жду. Мам, пап, а мы пойдем сегодня в кино там про роботов? Где ты была? Где ты была? Олег! Какое кино? Какое? Мы с матерью весь город обыскали. Олег! Где телефон? Где телефон его? Успокойся. Тише, тише. Где ты был, сынок? Скажи. Смотрите, что Дима. Мне дядя Дима подарил. Какой дядя Дима? Он знает это твое имя. Он мой дядя. А сколько раз я тебе говорила, что нельзя разговаривать с незнакомыми дядями? Сколько раз я тебе говорила об этом, Денис? Это не начинай. Это... Что тише? Что тише? Потому что надо было... Олег, надо было бы меня просто предупредить, что он вышел. Включил телефон? Слушай меня сюда. Если ты еще раз подойдешь к Дениске, я тебя покалечу. Ты меня понял? Ты подонок! Ты слышишь меня? Алло. Все в порядке, Олег? Это вас не касается. Здрасте. Здрасте. Так, Субботин, ко мне зайди. Может, я сам дойду? Никакой сам, я тебя довезу. На, вот лучше машину беги, открывай. И после уроков никуда не уходи, я тебя заберу. Давай.
Я понимаю, что дело ведет Лада. Но этого человека нужно контролировать. Я должен знать, где он находится утром, днем и вечером. Он очень опасный. Михаил Петрович. Он Иру стал преследовать. А Дениска? А Дениски сегодня не было на занятии. Как не было? Что-то случилось? Нет. А. До свидания. Где же этот номер, черт? Вот он. Где ребенок, сволочь? С тобой? Говори! Да ты не ори, успокойся. Если хочешь это обсудить, давай обсудим. Приезжай ко мне, спокойно обо всем поговорим. Сейчас тебе адрес вышлю. Все. Слушаю. Алло, это Рысаков. Я достал деньги. Сегодня вечером привезу. Будь на месте. Давай, малышка, скорее к маме. Беги. Я в туалет хочу. Потерпи, мой зайчик любимый, сейчас. Давай ручку, бежим. Давай, давай. Сейчас сходим. А, Алена, отвези, пожалуйста, Ксюшу домой, побудь там, вдруг Денис вернется. А что случилось-то? Дима похитил Дениску, я еду к нему. Как похитил? Мама! Малыш мой, послушай. Слушайся, Алена, ладно? Все. Я в туалет хочу. Мой миленький, подожди секунду. На, держи. Угу. Сейчас я тебя отведу. Сейчас папе твоему позвоним только. О, боже, боже мой. О, Господи. Алло, Олег, слушай. Дима похитил Дениса. Я не знаю как. Ира поехала туда. А Ксюша у меня. Я сейчас поеду тогда к вам домой, хорошо? Да. О, Господи, да. Давай. Тихий бор, дом 7. Здравствуйте. Здрасте. Я Валя. Я ищу Олега Субботина. Он здесь работает? Как Валя? Подождите. Валя, проходите, конечно, мы вас 3 дня ищем. Пожалуйста. Слава Богу, вы нашлись.
нас был план. Ну, на случай, если он вяжется во что-то серьезное. Какой план? Да ничего особенного. Если я получу СМС, не возвращаться домой, все бросить и уезжать из города, и ни с кем 3 дня не связываться. Но эта часть плана вам удалась. Потом найти Олега Субботина. Вот я и здесь. Валя, а вы знаете, что случилось с Андреем? Я знаю, что вам сейчас очень тяжело, но поверьте, все, что вы хотели рассказать Олегу, вы можете рассказать сейчас мне. Я все ему передам. Что Андрей просил передать Олегу? Спасибо, ничего не надо. Есть кто-нибудь? Зачем ты? Ира, это не я. Не подходи. Не я. Работай там, он лицом вниз. Лицом вниз, я сказал. Ира. Ира, я не убивал его. Правда? Ты должна мне верить. Назовите дату и место вашего рождения. Вы меня слышите? Нашли моего сына. Серые штаны, черное пальто, синяя шапка. Вы нашли? Можете ответить. Да, Ален. Ир, ну ты где? Слушай, все в порядке. Денис твой дома. Он школу прогулял, сказал, что в кино ходил. Я ему дала уже по шее. Проходи. Здрасте. Спасибо. Садись, садись. Ты хоть ел что-нибудь? Мотоцикл отогнали на муниципальную стоянку на Горько. Или сказать Жене, чтобы забрала. Не надо ничего Жене говорить. Пусть там стоит. Ты следователь.
должен был понимать, что так свои проблемы решать нельзя. Подпиши признание. Олег, Лада права. А мы со своей стороны, я тебе обещаю, проследим, чтобы тебе создали нормальные условия. Ну, ты же понимаешь, ну. Спасибо. Но я на это не пойду. А почему, Олег? Потому что я никого не убивал, и меня подставили. Все улики против тебя. Савельева убили из твоего пистолета. Последнее сообщение он написал тебе, и весь отдел в курсе ваших взаимоотношений. Как вы не понимаете, меня подставили! Тогда ты должен понимать, что следующая в списке подозреваемых твоя жена. Удобное кресло. Стоять! Лицом к стене. Скандал в Среднеозерске. Следователь из личного оружия свел счеты с соперником. Потерявший контроль от ощущения собственной власти, представитель закона застрелил бывшего мужа своей супруги. Предположительно, убийство совершено на почве ревности преступника к жертве. Вы видели, как ваш муж убил Савельева Дмитрия Ивановича? Нет. Вы хорошо подумайте, давать ложные показания очень опасно. Я понимаю. У вашего мужа был мотив, чтобы убить Савельева Дмитрия Ивановича? Да. Возможность и оружие были у вашего мужа? Да. Кроме вашего мужа на территории вы видели кого-нибудь? Нет. Это вы стреляли в Савельева Дмитрия Ивановича? Нет. Подписывайте. Очень хорошо. Никто ничего не подписывает. Я адвокат Стрельников, представляю интересы моей клиентки Субботиной. Ира, мы уходим. Вы не имели права допрашивать мою клиентку без адвоката. Закон позволяет моей клиентке не свидетельствовать против своего супруга. Так, адвокат, подождите. Юрочка, я сам в шоке от всего. Вот мой телефон. Звони в любое время. Днем, ночью звони. Ира, мы уходим. До свидания. Все, дальнейшее общение только через меня. Так, все, успокоились. Сейчас главный вопрос – доказать невиновность Олега. Вообще, этот пистолет-то его кто-нибудь мог выкрасть? Конечно. В доме явно кто-то был. Ну, вся эта история с фотографиями. Я, естественно, подумала, это Дима. А теперь, мне кажется, кто-то хотел, чтобы я так подумала. А сама-то наградной пистолет ты когда последний раз видел? Очень давно. Олег спрятал его, когда Ксюша родилась. Ну да, ну да. А если мы еще сравним время прихода СМС с временем смерти Димы, то получается, что Олег не мог никуда заехать. Он поехал сразу туда. Но он же не знал, что он поедет к Диме. И не знал, что Дениска прогуляет школу. Получается, он не мог взять пистолет заранее. До свидания. До свидания. Всего доброго. И какого черта вы грохнули Диму в моем доме? Полицейские там просто прописались. По-вашему, это значит поменьше привлекать внимание, да? Слушай, ты просил, чтобы Субботин от тебя отстал. Мы устроили. Просил избавить от Димы, мы избавили. Не становись назулем, Рысаков. Значит, твоя очередь придет. Понял? Понял. Смотри, сынок мусора идет. Мусор. Ибо папка не просто мусор. Он мусор-убийца. Мусор. Мусорок! Что ты сказал? Мусор ты! Вот что я сказал! Мусор! Ты опять маму прекратили сейчас же! Прекратили сейчас же! Все нормально? Да. Садись. Садись, кушай.
Здрасте. Здравствуйте. Я вас сразу узнала. Я видела ваши фотографии в новостях. Я ждала Олега Субботина. Но потом увидела новости и решила, что уже никто не придет. А вы пришли. Я очень вам сочувствую. Ваш муж хотя бы жив, а моего Андрея уже нет. Подождите, вы Валя. Валентинка, подруга Андрея Забродина, верно? Андрей хотел кое-что передать Олегу. Но его убили, чтобы он не смог это сделать. Теперь вот получается, я не успела передать. Простите меня, пожалуйста. Мне правда очень-очень жаль. Понимаете, что мы уже 40 минут ждем. Когда приведут моего клиента? В СИЗО внеплановая проверка. Какая внеплановая? О чем вы мне рассказываете? Игорь, оставь его. 10 минут осталось, все равно не успеем. Здрасте. А вы легко прошли? Меня вообще пускать не хотели. Привет, Алёш, что ты здесь делаешь? Ну, подержать пришел. Подумал, может, понадобится что. Что дальше будем делать? Давайте так. Раз уж собрались, хоть обсудим ситуацию. Если Олег не убивал, значит, убийца на свободе. И самый верный способ вытащить Олега – это как можно быстрее найти того, кто это все сделал. Может быть, нанять частного сыщика? Не, ну зачем сыщика? Я, между прочим, младший следователь и в курсе того, над чем работал Олег Витальевич. Может, поделишься? Ну, если вкратце, то все началось, когда объявился Забродин и сказал, что у него есть документы. Подождите, Забродин – это тот погибший журналист. Я вчера встречалась с его девушкой. Вали? Да, и она передала мне какой-то ключ. Может быть, там есть какие-то зацепки. Игорь Андреевич, присаживайтесь, есть серьезный разговор. Проходим, проходим, не толпимся. Давайте. Опа. Мам, а кто навел такой огромный беспорядок? Тише, малыш. Быстро перезанимайте. Быстрее! Забрали! Бегом, малышка! Давай! Легли! Быстро легли! Мамочка!
Тише, мои хорошие. Я слушаю. Алло. Михаил Петрович? Да. Это Ирина. Договорились звонить, если что. Да-да. У нас стреляли. Мам! Сейчас. Так, Ирочка, дорогая, успокойтесь. Я немедленно пошлю ребят по вашему адресу. Звонить никому не надо. Лучше поезжайте в безопасное место. У вас есть куда поехать? Ну, вот, может, мне и туда ребят прислать, на всякий случай? Ага. Так, записываю. Угу. А что, уснули? Хорошо. Ир. Послушай меня. Успокойся, пожалуйста. Все будет хорошо, слышишь? Давай скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Все, попей чай. Сейчас, подожди. Ален, а можно Ксюша с Дениской у тебя поживут немного? Ну, пока все это не закончится. Саша, можно? О чем ты спрашиваешь? Спасибо тебе большое. Как вы узнали, где я живу? Надо поговорить. Ты одна? Угу. Слушай, ну похоже на обычный ключ от почтового ящика. Угу. Ты уверена, что это именно его искали в квартире? Угу. И из-за него убили этого журналиста Андрея Забродина. Просто я не понимаю, как они узнали, что этот ключ у меня теперь и так быстро. А ты кому-нибудь говорила про него? Вообще, все странно это как-то. Не смогла увидеться с Олегом. Сказали, что проверка в СИЗО. А вдруг это Игорь? Бред, конечно, какой-то, но... Пусть он у тебя побудет пару дней, ладно? И потом сперу. Лада? Лада, это ты? Тихо. Адвокат Олега Субботина приходил? Никто не приходил. Женщина, ждите.
Олег! Ой, ну... Продукты. Да не надо было. Здесь задержат отдельно. Терпимо. Ты не волнуйся. Я знаю, что ты этого не делал. Мы это докажем, и ты скоро выйдешь. Банковские ячейки, может быть, от офиса. Ты должен вспомнить, от чего этот ключ. Я понятия не имею, он ничего не говорил. Подожди, он с Игорем встречался. Игорь точно должен знать, спроси у него. Я ему не верю. Почему? Сегодня он не пришел, и про ключ он знал. А когда узнал, вечером в нашей квартире все перевернули. Господи. Не волнуйся, Сами, все в порядке. Ключ я спрятал, но долго он там храниться не может. Постарайся вспомнить, пожалуйста. Может быть, Андрей что-нибудь говорил. Субботин! Время вышло. Где? Вспомни, от чего этот ключ? Как дети? Дети скучают. Ты привет, ты привет им передавай, хорошо? Я передам. Я тоже скучаю, Олег. Давай. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Привет. Что хотел? Устрой мне встречу с боссом. У меня есть очень важная информация. Но она только для него. Давай выкладывай, что у тебя есть. Хорошо. Давай так, я скажу боссу, а там посмотрим. Но вначале нужно выполнить одно небольшое задание. Все что угодно. Валю, девушку Забродина знаешь? Журналист ей что-то шепнул на ушко, и теперь она ходит сюда и вынюхивает. Нужно ее ликвидировать. Хорошо. Все. Встреча окончена. Наконец-то объявился. Алло, Игорь. Алло. Говорит капитан Катуков. Вы знаете владельца этого телефона? Ваш номер был набран последним. Да, конечно. Я прошу вас приехать и сказать имя и все известные данные. Ваш знакомый погиб. Адрес диктуйте, я выезжаю. Озерная, на выезде из города. Информация подтвердилась, все, как я говорил. Она крыса.
Подождите. Это он? Он. Грузите. Что случилось? Не справился с управлением. От него спиртом разит за километр. Вообще непонятно, как он в таком состоянии мог ехать. Этого не может быть. Он не пил. Совсем ничего. Да? О, Михаил Петрович. Рад видеть. Не ожидал. Что значит не ожидал? Своих не бросаем. Ну, как ты тут? Как условия? Держимся. Понятно. Да. Кто-то крепко тебя подставил. Ну, ничего, мы с этим разберемся. Я что, пришел? Слушай, завтра слушание в суде начинается насчет дороги. Но мы должны туда что-то предоставить, пока не поздно. Олег, честно скажи, ты что-нибудь нарыл или нет? Все документы забронены были. Он их куда-то спрятал. Куда, я не знаю. Это банковская ячейка, либо что это такое? Есть ключ, он у Иры сейчас, вот она сказала. В нее стреляли, я в курсе. Как стреляли? Когда? Она что, тебе ничего не рассказала? Нет. Ну, ты не волнуйся. Сейчас уже там все нормально, я за ним приглядываю. Так что, Олеженька, пойми, чем быстрее ты вспомнишь, от чего этот ключ, тем быстрее Ирина и дети будут в безопасности. Ты меня понимаешь? Субботина и Ирина, я делаю для вас торт на заказ. Впрочем, это не важно. Я бы хотела заказать у вас фрукты. Большую корзину фруктов для своих детей. Знаете, давайте отменим фрукты и давайте... я закажу у вас торт. Добавим туда открытку, напишем. Ксюша и Дениски от мамы. Нет. Давайте мы напишем, что... Я вас очень сильно люблю и очень-очень скучаю. Ваша мама. Это все. Доставьте это, пожалуйста, по адресу улицы Некрасова, дом 20, квартира 7. Доставьте это, пожалуйста, завтра. Хотел тебе звонить. У нас плохие новости. Адвокат твоего мужа Игорь. Я хотела бы дать признательные показания. Это не Олег убил Дмитрия Савельева. Это сделала я. Ира, ты понимаешь, что ты говоришь? Это очень глупо. Правда, это просто очень глупо. Вы думаете, вы первый, кто решил взять вину мужа на себя, да? Вы абсолютно ничего не добьетесь. Просто затянете и запутаете следствие. Это сделала я. Гражданин Савельев хотел отобрать у меня ребенка. Я взяла наградной пистолет мужа и убила Савельева. Муж хотел мне помешать, но опоздал. Thank you.
что, Аркадий Иванович? Надеюсь, эти документы вы уже не потеряете. Обещаю. Вот и славно. Будем считать, что последний транш уже прошел. Людочка, да-да. Принесите нам шампанского. Там в морозилке. Сейчас. Спасибо. Субботин, на выход! Лицом к стене. Куда? Допрос. Вперед шагай. В чем дело? Давай вперед. Шевели копытами. Кстати, жена-то твоя взяла всю вину на себя. Так что могли освободить тебя под подписку. Уже во время допроса. Если бы не твой побег, конечно. Че встал? Давай, беги! Беги, я сказал! Олег Витальевич? А? Ну ничего себе, здрасте. Здорово. А вас что, освободили, да? Ну да. Так освободили, что теперь твой шеф беглый зэк. Мне зайти можно? Да, да, конечно, заходите. Спасибо. Я что хотел спросить? Мне у тебя можно остаться на некоторое время? А, ну конечно, конечно, оставайтесь. Я один живу, у меня места много. Всегда знал, что на тебя можно рассчитывать. Дети, идите ужинать. Денис, ты ужинать будешь? Дениска разговаривать разучился. Мама говорит, что это такая болезнь. Ага. Понятно. Ну, может быть, ты хотя бы кивнешь мне, чтобы я поняла? М? Будешь? Пошли, тогда все остынет. Пойдем. Я к маме хочу. Я вообще слышал, меня
Меня отпустить должны были. Да. Потому что ваша жена всю вину на себя взяла. Завтра будет следственный эксперимент. Час дня. Если она покажет все правильно, ее обвинят в убийстве. Если неправильно, сядет за лжесвидетельство. Такая вот перспектива. Скажите, а что, ваша жена действительно этого Савельева, ну, застрелила? Алеша, ты своей головой думай. Нас подставили. Он мертвый был, когда мы туда приехали. Понятно. Что делать будете? Что делать? А я буду крота искать в нашем отделе. А точнее, крысу. И начну я с этой Лады. Да. Да, я тоже сразу не подумал. Готово, ждем сигнала. Прием. Михаил Петрович. Здравия желаю. Все, ребят, спасибо. Угу. Не уходит? Это же следственный эксперимент, так? Ирочка, ты пойми, я хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно, не нервничал. Спокойно, он все рассказал, поэтому здесь они. Спасибо вам большое. Да не за что. Пойдем. Проходи. Ага. Ирочка, садись в кресло. Старайся успокоиться. Садись. Сейчас мы с тобой подетально вспомним этот злополучный день. Тебе сказал девку убрать, а ты смс-ки ей шлешь. Жалко? А это что? Передатчик? На место положи. Тихо! Ты инсулиновая помпа, у меня диабет. Давай на выход. Давай, давай, давай! Я оденусь сначала. Пожалуйста. Если честно, мы не ждали, что вы примчитесь к Диме сразу вдвоем. Мы ждали только Олега. Так это были вы. И пистолет вы. И фотографии тоже вы. Ну, не лично, конечно. Вы человека убили, чтобы Олега подставить. Савельев нам мешал просто. Тут два раза не ездить. Ладно.
Документы где? Вернее, где этот ящик? Я не знаю. Слушай, не надо с меня идиота делать, ладно? Валя передала тебе ключ. И что, не сказала, от чего он? А? Передала, но я не знаю, от чего. Позволь тебе не поверить. Я сейчас включу громкую связь. Угу. Детей не трогай, сволочь, не трогай детей! Мам, хочу я к маме! Ключ у нас, прием. Сволочь. Ну вот, ключ у нас. Если скажешь, где этот ящик, отпустим детей. А я не знаю, я правда не знаю. Трогайте детей, пожалуйста. Ш-ш-ш. Пожалуйста. Заткнись! Да. Ладно, везите ее в порт. На старый причал. Буду минут через 15. Давай. С тобой мы еще потом договорим, хорошо? Тихо, я сказал! Забавно все-таки устроен мир. Я все время думал, что с тобой не так. А потом понял, как ты конфетки таскаешь. А я вот сладкого не люблю. Да я уже понял. Я даже на него подумать не мог. Дети у него. Где они, а? Сказали, что везут кого-то в старый порт. Наверное, это Алена. Дети с ней. Что? Пошли. Пошли, пошли. Слушай, займись детьми. Пусть их отвезут в дом Русакова. Посмотрим, как запоет эта птичка. Я так и знала, что это вы. Ой, ладно, перестань. Если бы ты знала. Ну, в общем так, то, что ты засланный казачок, мы уже поняли. Но если ты расскажешь, кто твой контакт и что ты успела передать, я тебе обещаю, мы тебя убьем быстро, мучить не будем. Ну? ФСБ? Если к вечеру я не выйду на связь, вас всех повяжут. Ладушка, ну ты же понимаешь, что мы все так обставим, что завтра я уже буду получать соболезнования от твоего начальства. А если ты надеешься, что Олег переживет эту ночь, то зря, зря. Да ты пойми, когда ты умрешь, я все равно узнаю, кто ты, на кого ты работаешь. Я не хочу тебя мучить, ты пойми. Ну скажи мне, пожалуйста. Хочешь на ухо? Давай. Скажи. Ah!
Знаю, что они решат. Специально ты это сделала. Устав бороться с болезнью. Или тупо передознулась. Не надо, пожалуйста. Нет. Но в любом случае, красивого некролога типа «погибло при исполнении» ты не получишь. Только не дергайся, ладно? Здравствуйте, капитан Петров. Примите документы. Капитан, здесь такая ситуация. А можно, можно мы поедем? Вопрос жизни и смерти. Одну минуту. Сейчас поедем. Поехали, Олег. База, база. База, база, кривой подвод, база! Их здесь нету. Лада! Лада! Ира! Помоги мне! Давай. Лада. Давай, давай, давай. Пульс есть, жива. Так. Помпа. Передозировка инсулина. Срочно ищи что-то сладкое в машине. Аптечка. У меня должна быть аптечка. Есть, есть. Отлично. Сейчас, смотри. Давай. Давай, глюкозу, шприц. Ага. Есть. Лада. Лада. Где наши дети? Где наши дети? Лада. Куда они повезли их? Дом. Дом. Куда? Дом. Росакова. Нам нужно оказаться там раньше, чем они. Поехали. Салют, под сиденьем. Есть. Справишься? Да. Молодец. Поехали. Алена! Алена! Тише. Я нашел тебя. Все, тише. Тише. Кость, они детей забрали. Прости меня, я даже не успела. Тише. Так все быстро произошло, я даже не успела ничего сделать. Thank you.
Итак, на чем мы остановились? Лучше сразу убей. Зачем же торопить события? Ну, пошли. Мама! Мама! Михаил Петрович, скажите ему, чтобы опустил пистолет. Опусти. Ира. Ира, уходите. Тихо, тихо, пойдем. Иди. Разочарован? Ах ты, крыса. Тебе, кажется, нравится этого, нет? Назвали его. Это и будет твоим боевым крещением. Забавно, да, мир устроен? Конфетку хочешь? Откажусь. А нет. Свободен. Видите. Мам, пап, тут такое было. Мы заходим в подъезд, а за нами забегают двое взрослых дядей. Хватает меня. Тетя Алена закричала: бегите. Я побежал, вот она села и заплакала. Мам, пап, я правда плакала. Теперь вы не остановите. Товарищ майор, вы не про этот ключ спрашивали? И что? Тихо, тихо, тихо. Собираемся, едем домой. Да? Михаил Петрович, вы арестованы по подозрению в убийстве Дмитрия Савельева, Андрея Забродина и Игоря Стрельникова. Похищение несовершеннолетних и покушение на убийство офицера ФСБ при исполнении. Какое досадное упущение, что ты осталась живой. Согласен. Да. Только у вас на меня ничего нет. Вы ничего не докажете. Ты стой, пока это залазит. И что? Вам 20 лет понадобится, чтобы проверить все ящики в городе. У меня все. Видите? Пошел. Давай этого сюда. Давай пошел. Все, по машинам поехали. Не дергайся. Рома этого грузим, собирается, значит, все участки. На базу сели. Погнали, Сань. Так, давай. По машинам, мужики, давай, все, погнали. Нормально, все упаковали? Да, да, да. База, принимай грузим. А он прав, у нас ничего на него нет. Сядет только за нападение на меня и на Ирину, остальное с рук сойдет. У нас есть ключ. Да при чем тут ключ? Я 2 года потратила на них. Этот Петр, он спецназовец, он насквозь всех видит, он не верит никому. Чтобы он мне поверил, мне пришлось дать своего отца, полковника ФСБ. Да, его вытащили потом по программе защиты свидетелей. А я сдала. Не, это не подходит. Я здесь ключ посеял 100 лет назад. А, слушай, с этими замками история была. Я еще статью писал. К ним ключи подходят от китайских ящиков почтовых. Небольших. Неважно. У нас в редакции есть или такой момент? Возил это с собой, да? Если бы я знал, я бы ездил поаккуратнее, а? Мам, а мы
то, что я заказала. Открытку выброси. Да, Ален, все, едем, жди. Пап, ты герой. И все закончилось, и... Ну, это самое, надо мне остаться. Не обижайся. Я понимаю. Приезжай скорей. Хотите, вас отвезут? Да, спасибо. Ну, вас любую точку доставят. Опа. Смигалками, смигалками. Это можно. Удачи. Ура, смигалками. Олечка, мы тебя будем ждать. Пока. Это Олег. Скоро будет. Я пойду встречу его. Иди, иди. Наконец-то закончилось. Все только начинается. И не снимай его больше, пожалуйста. Где-то сидите. А можно мы к маме папе пойдем? Ой, солнышко, конечно, можно, идите. Давайте, осторожнее бегите. Вообще предложение делать или нет? Собираюсь, собираюсь. Серьезно? Уже в который раз. Правда?